Пусть звучат колокола Сибири. В мегаполисе в рамках открытого фестиваля русской культуры «Сибирские колокола» прошел концерт, приуроченный к празднованию Дня народного единства. На сцене концертного зала «Евразия» выступили ведущие коллективы области, ансамбль песни и танцы «Челдоны» и «Сибирский русский народный хор». Частью празднования стало поздравление победителей детского вокального конкурса «Добрые песни России». Свой проект «Сегодня дети, завтра народ» представили сводный детский хор Новосибирской области и оркестр русских народных инструментов студентов Новосибирской консерватории имени Глинки. Правительство учредило этот праздник 12 лет назад, который мы празднуем теперь, и он набирает силу не по указке администрации, а именно сам народ понимает, как дорог нам патриотизм, как дорого это единство народа, как важна стабильность и мир в обществе. И все это хрупкое состояние, его надо постоянно возгревать.